Что, итог положительный. Наконец-то выиграли, забили гол, положительные эмоции. Я думаю, сегодня было видно, что команда настроена, была настроена не просто поиграть, а выиграть и добиться нужного нам результата. Потому что после трех проигранных игр и ни одного не забитого мяча, конечно, настроение было очень невеселое. Поэтому, я думаю, все ребята довольны, что сегодня выиграли. Впереди еще одна игра, будем стараться выиграть еще раз. Можно сказать, что турнир пошел на пользу, и команда прибавляет от игры к игре, взаимодействие появляется на поле? Ну, специально к этому турниру мы не готовились, потому что до чемпионата у нас еще там очень долгий период. Но команда у нас очень сильно обновилась. Я думаю, нам этот турнир, как ни кстати, подошел вовремя, потому что надо наиграть состав, очень много молодых ребят, новый тренерский штаб, надо понять, куда, во что будем играть и как. Поэтому и так тяжело пошли, наверное, первые игры. Сейчас уже что-то было видно. Ну, будем надеяться, что будем прибавлять от игры к игре.